30 сентября на центральной площади города Гал собрались ветераны, актив района, общественность. Все те, кто решил отпраздновать главный государственный праздник нашей страны – День Победы. В этом году исполняется 28 лет со дня окончания Отечественной войны народа Абхазии 1992-93 годов. Но ничто не забыто, никто не забыт. С самого утра в Гале царила праздничная атмосфера, звучали песни военных лет. Собравшиеся вспоминали, какой ценой досталась победа и сколько лучших сыновей и дочерей Абхазии и добровольцев сложили свои головы ради светлого будущего Апсны. По традиции, первым долгом горожане и гости возложили цветы к мемориалу павших воинов, отстоявших свободу и независимость Абхазии. В церемонии возложения приняли участие руководство Галского района во главе с Константином Пилия, работники сферы образования и культуры, правоохранительные органы, общественность. Яхати амш, яйра ду амш, апсны кун хайвлар зиги, ира деснехалар цтахуб, апхин аргылана ветеранша яйра хзазгаз, ирзехис чойта агубзира, агуамч, тынчра, уртай баша на джаба ирбаз, наунак дзе апсны, ахюнткара турха джиян хоб. Апсны жлари кун хазагин, ишу деснехалар тихепи амш, яйра амш, абри рыцх на наунак дзе инхат, Айяйра, шайра, наунак дзихазат, шагымхат, апсынра, апсурыканадзе, апсынрагымхат, апсынраканадзе, апсурагымхат, шанабзилы зэгин, наунак дзапсынра. После возложения с гимна Республики Абхазия началась праздничная программа, подготовленная отделами культуры и образования, которая завершилась минутой молчания. Первым горожан поздравил глава Галского района Константин Пилия. «Мы преклоняемся перед подвигом наших ветеранов и добровольцев Отечественной войны народа Абхазии. День Победы, который мы празднуем на протяжении 28 лет, абхазскому народу дался сквозь лишения, тяготы и пролитую кровью», отметил в своем выступлении глава района. «За свободу родной земли боролся весь многонациональный народ. Все несли тяжелую ношу войны. Поколение ветеранов подарило нам государство, которое на руинах создавало и создает историю своей независимости. Мы не имеем никакого права забывать и рушить то, за что бились сердца наших соотечественников. Сегодня мы имеем абхазское государство. Нашей основополагающей и единой задачей должно быть создание и строительство крепкой, стабильной и процветающей республики, где чувство любви к родине возрастает с каждым поколением. Поздравляю всех граждан и жителей Республики Абхазии с Днем Победы. Пусть ничто не заставит нас всех пережить те долгие месяцы, и пусть крепнет память от подвига абхазского народа. С праздником! Уважаемые гости, уважаемые гальцы, от всей души поздравляю вас от имени министра обороны и от себя лично с праздником Дня Победы и независимости Республики Абхазия. Сегодня 28 лет, как закончилась война, которая унесла тысячи жизней защитников Родины. Жители Абхазии помнят и будут помнить это всегда. Никто не забудет никогда сбитый вертолет с детьми, летевший от войны с города Творчала. Несмотря на тяжелые бои, огромные потери, не жалея своих жизней, перенеся голод и холод, защитники Апсны изгнали из территории Абхазии вооруженного до зубов врага. Этому способствовало единство нашего народа. Граждан, ставших на защиту Родины, невзирая на национальную принадлежность и вероисповедание, граждане дали достойное сопротивление агрессору. Хочу всем вам пожелать мирного неба над головой, крепкого здоровья, семейного благополучия, успехов во всех начинаниях, чтобы больше никогда не было войны. Вместе мы непобедимы, в единстве наша сила.
С поздравительной речью выступили заместитель главы Джамбул Кортава и председатель районного собрания Беслан Кантария. Выступающие вспоминали года Отечественной войны народа Абхазии, когда абхазский народ всеми силами боролся с врагом и, несмотря ни на что, рискуя своими жизнями, отстоял свободу Абхазии. Сегодня, 30 сентября 2021 года, наша страна отмечает 28-ю годовщину победы независимости Абхазии. С чем и поздравляю всех присутствующих на этом митинге, ветеранов войны, руководство страны и весь народ Абхазии. 14 августа 1992 года войска Госсовета Грузии, численность которых доходила до 2000, вероломно вторглись в пределы Республики Абхазия, сопровождаемые бронетехникой и артиллерийскими установками. Захватив столицу, город Сухум, оккупировали часть территории Абхазии. С первых же часов своего вторжения грузинские войска осуществляли террор, физическое уничтожение мирного населения, среди которых были не только абхазы, но и все представители многих национальностей, проживающих в Абхазии. Особое зверство принимались по отношению к абхазам, что дало говорить об имеющем место геноциде абхазского народа со стороны Грузии. Отмечая День Победы, народ нашей страны склоняет голову и вспоминает всех тех, кто дал жизнь за свободу и независимость Абхазии. С Днем Победы и независимости! Сегодня 28-я годовщина Дня Победы и независимости Республики Абхазия. Хочу поздравить вас с этой датой и пожелать мирного неба над головой. 28 лет назад в мирную, счастливую жизнь народа Абхазии ворвалась страшная дата 14 августа. Народ думал, что это обычная провокация, как в 89 году, и она через пару дней устаканится. Но, к сожалению, у дьявола на этот счет, оказывается, были свои мысли. И пошла череда месяцев, которые для народа стали как вечность. 30 сентября пришел конец тому хаосу, в которое была ввергнута наша Родина. И Знамя Победы было водружено на границе Кенгур. С тех пор прошло 28 лет. Да, может быть, не все удается, как хотелось бы. На то миллион причин, в том плане и недоброжелатели, которые не хотят признавать тот факт, который произошел в Абхазии. Но народ, выстоявший в войне, я уверен, не имеет права проиграть мир. Народ, вне зависимости от национальности, народ Абхазии должен заниматься созиданием и строительством, может, небольшого, но, не побоюсь этого слова, самого крепкого и самого красивого государства. Продолжили праздничное мероприятие воспитанники вокальной студии ПРДК и всеми любимые исполнители нашего района. Ребята подготовили стихотворения о войне, тематические песни и хореографические номера с народными танцами. Участники праздничного мероприятия поддерживали молодых артистов позитивным настроением и бурными аплодисментами. Завершилась концертная программа гимном молодежи Республики Абхазия в исполнении всех участников концерта. Финальной нотой праздничного дня стала акция «Альфард Клуб Абхазии». В заезде участвовало более 30 машин. Они стартовали на российско-абхазской границе ПСОУ и завершили заезд на границе КПП «Ингур». Акция называется «Альфард Клуб Абхазии». Организовывал его наш близкий друг Джинджу Ахра. Под его началом образовался «Альфард Клуб», и мы
ребята, которые входят в этот клуб, все ребята единогласно хотели сегодня пройти тропой войны от границы до границы. Мы это сделали. Спасибо вам огромное, дорогие друзья. Вот. Дай Бог, чтобы никогда здесь у нас в Абхазии не было войны и всегда был мир. Несмотря на расстояние, которое преодолели участники акции, они были в приподнятом и боевом настроении. По приезду на КПП «Энгур» молодые люди сразу же ринулись танцевать. После города Гал акция продолжила свое направление в город-герой Ткварчал. Всех хочу поздравить с сегодняшним праздником, с Днем Победы. Дай Бог, чтобы в этой стране больше никогда, чтобы не было войны. Что увидели, чтобы этого хватило, чтобы дальше было мирное небо над головой, чтобы дети процветали, шли вперед, чтобы все было замечательно. Сегодняшняя наша акция – это такое небольшое внимание для наших героев страны. Мы сегодня заезжали в город Гагра, в Кеберце, где находятся наши инвалиды. Немножечко внимания в финансовом плане уделились. И далее мы сегодня посетили город Гудаута, Сухум, значит, были на памятнике президента Владислава Григорьевича Ардзинба. Потом, значит, заезжали в Адзюбжу село, в Тамыш, заехали в Ачамчиру, сейчас приехали в Ингур. И далее следуем в город-герой, город Ткварчал. Хочу поздравить всех жителей Абхазии с этим праздником. Акция наша, это первый год, у нас все было спланировано. Границы до границы сделать как бы заезд, проехаться по всем памятникам Абхазии. Скажите, сколько человек сегодня принимали участие в акции? 35 машин участвовало в нашем заезде. С каких городов? Со всех городов. Воспоминания о тех страшных, скорбных днях никогда не будут забыты. Подвиг героев будет передаваться из уст в уста, из поколения в поколение. Благодаря героям, ветеранам, которые прошли все ужасы войны, мы можем жить сегодня спокойно над мирным небом свободной и независимой Апсны. Илона Микава, Борис Цацуо, Бека Шония, Галтова.